Привет, друзья! Наступает лето, пора летних отпусков. Сейчас все больше тянет на природу, на море, в лес, на речку. И сидеть дома совершенно неинтересно. И поэтому для занятий аквариумом остается все меньше времени. Сегодня я хочу вам рассказать, как я подготовился к летнему сезону, как я готовлю к летнему сезону свои аквариумы. Часть питомцев я забираю с собой на природу, в сад, а часть питомцев остается вот в этих моих аквариумах. Вот этот мой аквариум, в котором были мальки раков и отбракованные креветки, сейчас опустел полностью. Он сейчас в дежурном режиме и ждет какого-нибудь нечаянного проекта. Из этого аквариума также будет отсажена часть рыб в бассейн. Уйдут в бассейн отсюда меченосцы. Вот эти вот американские радужные барбусы. И посмотрю, может быть, уйдут еще отсюда водорослееды. Также в бассейн. Здесь я также попытаюсь сократить население, чтобы этот аквариум мог самостоятельно существовать без моего вмешательства какое-то время. Останутся здесь денисони, барбусы, останутся здесь суматранцы и останутся у меня, наверное, самы в этом аквариуме. Это однозначно. Так, разбегался рак тут в аквариуме с барбусами, уже крупный подрос. Надо ее отсюда убирать. Вот он такой здоровый. Не успеваю отлавливать отсюда раков. Я сделал основательную прополку в полюдариуме. Как следует, по максимуму удалил лишние растения из полюдариума. Сейчас он уже не выглядит таким заросшим. Я убрал из полюдариума наиболее бурно разрастающиеся растения пистию, потому что летом мне с избытком хватит прополки в саду, и времени на прополку этой пистии в полюдариуме у меня совершенно не останется. Часть пистии я поместил в сад, в прудик. Пусть она там подышит свежим воздухом, прогуляется. А часть растений оставил в тех аквариумах, где она не растет так бурно, как росла в полюдариуме. Подготовка к лету коснется в той или иной мере всех моих аквариумов. Вот в этом аквариуме, в частности, я также начал отсаживать лишних обитателей. Часть линий и гупех уже убрал в пруд. И часть из них еще ждут своего путешествия на летние квартиры. То есть я сокращаю здесь население рыб, убираю отсюда лишние растения. Прополку также я отправляю в прудик. Частично там она летом подрастет, что-то из нее выберу и посажу обратно в свои аквариумы. То есть в двух моих аквариумах-близнецах останутся только основные аборигенные виды рыб. В этом останутся различные бычки, гермогенисы и также несколько выживших радужниц, ну и дисковые окуни. То есть те рыбы, которых я не могу высадить в пруд. А вот этих вот гупёх я выпущу на прогулку, на размножение в пруд. Немножко подробнее вот об этом аквариуме. Как вы видите, нимфея здесь прекрасно разрослась. Она дала двух деток. Я их пересадил, эти детки, но вот одна вот из деток всплыла, нимфейная. Сейчас надо ее обратно засунуть в грунт, но пока я фильм не снял, я не буду трогать грунт, чтобы не поднять муть в этом аквариуме. И вот вторая детка нимфеи. Вот в таком состоянии мне подарили эту нимфею один из моих подписчиков. И сейчас она выглядит вот таким образом.
У нее еще стоит подрезать немножко вот эти листья лишние. Кроме тетр, в этом аквариуме остались все ларикаревые самы. Здесь у меня два номерных самах. Сама ларикария красная, сом-коряга, который все время прячется в песке, и его здесь совершенно не видно. Несколько мелких коридоросов. Вон там под корягой ларикария красная, и за ней номерной сомик. Сегодня, на удивление, видно всех сомов. Вот тут торчит хвост номерного сома. Под корягой. Еще один. Ларикария красная. Сомики Юлии здесь постоянно крутятся на дне. И закружился здесь сомик коряга. Сейчас я проредил здесь основательно этот аквариум. И стало видно всех этих сомов одновременно во время кормежки. Раньше такого никогда не было. Аквариум был густо заросший, и я никак не мог увидеть всех сомов одновременно. Вот самый скрытый сомик коряга впервые вылез за год своего существования здесь из грунта на кормежку. И очень хорошо прячутся вот эти номерные сомики. Хвост которого вон там полосатый торчит за корягой. Все они собрались в районе этого укрытия. Таблетки им нравятся. Да, сегодня в аквариуме творится что-то странное. Итак, обо всем по порядку. Что я делаю для того, чтобы стабилизировать аквариум на лето, чтобы он был полностью автономным и независимым? Первое, что я сделал в этом аквариуме, я убрал отсюда всю длинностебельку по максимуму. Те растения, которые были привязаны, прирощены на камнях, я также убрал из аквариума. Убрал из аквариума те укорененные растения, которые можно было легко пересадить. Естественно, вот эту нимфею уже невозможно просто так пересадить, достать из грунта. Она там занимает, ее корни занимают сейчас половину аквариума. Поэтому эту нимфею я тревожить не стал. Не стал я тревожить вот эту вот сагитарию карликовую, которая растет между камнями. Но в остальном же все растения по максимуму я постарался убрать с грунта. После чего мне удалось просифонить этот грунт. В принципе, все говорят, что сифонить сойлы нельзя. Если нельзя, но очень хочется, то можно просифонить и сойл. Вот, если посмотреть на грунт в разрезе, то хорошо видно, что верхняя часть грунта просифонена. А несколько ниже тут еще осталась какая-то грязь. Просифонил я здесь и песочек. И вот здесь видно та же картина. Чистый просифоненный верхний слой грунта. То есть органика удалена по максимуму. Та часть органики, которая осталась под слоем промытого сойла,
не будет быстро растворяться в воде аквариума и не внесет существенные изменения в параметры воды в аквариуме. То есть она не вызовет обрастаний на этих растениях. Таким образом, аквариум у меня сейчас хорошо промыт, удалена вся лишняя органика, удалены лишние растения, и аквариуму не грозит зарастание. Удалены лишние жители, и аквариуму не грозит перенаселение. Таким образом, аквариум у меня в некоторой степени стабилизирован, и сейчас может долго существовать в автономном положении. А рыбы, которые в этом аквариуме есть, они вполне могут неделю-две прожить без корма, если мне понадобится уехать в отпуск. Такие вещи я проделал уже неоднократно, и с аквариумом ничего страшного не происходило. Ну а осенью, когда будет больше свободного времени, можно будет посадить в этот аквариум какие-то новые свежие растения, можно будет добавить рыб и вновь заняться аквариумом вплотную. Таким образом, друзья, все аквариумы сейчас промыты, прочищены и находятся на пути к этому. Из них удалено все лишнее и прекращено любое питание, как углекислый газ или удобрение. В них оставлено только самое необходимое оборудование, которое работает постоянно, такое как фильтры или компрессоры. И также освещение, которое работает на таймерах. То есть аквариумы полностью стабилизированы, и даже если будет на какое-то время отключение электроэнергии, на сутки или двое, то эти аквариумы смогут вполне спокойно обойтись без электроэнергии, ничего с ними не случится. А мне же летом остается только доливать воду и не забывать кормить своих питомцев. На этом всем пока, всем удачи и до новых видео.